До модели змінюється ставлення постійно, змінюються вимоги, характеристики, ну і, звичайно ж, стандарти зовнішньої краси. Сьогодні будемо говорити про те, хто може бути моделлю і за якими характеристиками можуть взяти її в модельний бізнес. І допоможе нам розібратися з цією складною на сьогоднішній день темою Ганна Крутій, керівниця модельної агенції. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Ганна, скажіть, будь ласка, модель сьогодні, яка вона, якою вона повинна бути і взагалі, чи зараз використовуються ті стандарти, які були для нас звичними? Угу. Приветствую. Очень рада за такой вопрос, достаточно интересный. Конечно же, стандарты имеются к модели и вообще требования, но они размытые. Но они все-таки существуют. Это очень важно отметить, потому что много сейчас девушек, которые приводят в пример, допустим, американских моделей или какие-то другие случаи, которые, допустим, не соответствует стандартам, да, но они добились каких-то успехов. Вот. А здесь очень как бы много граней есть. Первое, все зависит от маркета. На каком маркете девочка планирует быть. Если мы рассматриваем Украину, это одна ситуация. Mm-hmm. Если мы рассматриваем зарубежный рынок, это совершенно другая ситуация, другие требования. Если мы берем украинский маркет, у нас модельный бизнес, к сожалению, он не развитый. По крайней мере, если рассматривать это в сравнении, так как происходит за границей. Конечно же, девчонки у нас принимают участие в фотосессиях, в показах мод, снимаются в видеороликах, бывают моделями, и, допустим, с различными фотографами, фотошколах, в каталогах снимается, это все происходит. Но, к сожалению, не с такой частотой, как это происходит за рубежом, и не за такой гонорар. Вот, так, в принципе, девчата дуже хочуть. В этом отличие у нас состоит, и, соответственно, по требованиям точно так же. То есть в Украине, вот с чем мы сталкиваемся, допустим, девушки, хотят девушек более взрослых, это первый момент. И, ничего себе, да, це як? Це до якого віку? До якого віку? Ну, більше, в принципі, діапазон 20-27 років, можна вот так назвати. Якщо ми беремо зарубіжний маркет, замечательне время для старту моделі – це 15-16 років. І, соответственно, коли дівчина виглядит максимально натурально, максимально юная, вона дуже худенька, светленькая, нежненька, такой, знаєте, вот ребенок-ребенок. Но в зависимости от зарубіжного маркета, то есть требования по росту модели и, в принципе, ее типажу. Но девушки все должны быть молодые и натуральные. Mm-hmm. У нас же 15-летнюю девочку с бедрами 85 и с детским личиком, ну, вряд ли кто-то возьмет сниматься в каталог а или на рекламу так? бренда. А чему так? Как вы думаете? У нас просто инший менталитет? Конечно, отличается mm-hmm. менталитет. Это первый момент, потому что, допустим, если мы берем азиатский рынок, они привыкли к миловидному лицу, вот такому детскому, анимешному. Да? Если мы берем европейский маркет, точно так же они больше, ну, как бы не в другие тренды. Uh-huh. Особенно вот под молодежные бренды, если мы берем там Zara, допустим, Bershka, да, вот какие-то такого рода съемки, в Украине это немножко не так построено. То есть если мы берем какие-то более развитые, не то что развитые, более... Ну, бренды, на базе, ті бренди, які вже розкручені. Продвинулись, ага, да, так. Да. То есть у них, конечно же, они придерживаются больше европейских стандартов. То есть у нас даже есть там начинающие дизайнеры или не начинающие, которые от этого и отталкиваются. То есть все фотосессии, всю рекламную продукцию, которую они делают, изначально по европейскому формату идет. Конечно же, у них есть требования, то есть и это полностью европейскому он совпадает по росту, по параметрам модели, по типажу. Они очень сильно отбирают, потому что, в принципе, они сотрудничают с Европой, и это основные их заказчики. Конечно, в Украине они тоже как бы реализуют свою продукцию, но они придерживаются. Если мы берем дизайнеров, которые работают только вот внутри маркета, им все-таки нужно продавать. Продавать кому? Продавать нашим девушкам. Наши девушки хотят видеть нашу красоту. Зачастую это бывает даже наши любимые губки, бровки, вот она вся такая ухоженная, да, вот королева-принцесса. Либо же какой-то средний возраст, берем, допустим, категорию 27, вот 32, можно вот так вот возраст назвать. То есть когда это еще и не девочка, но еще и не женщина. То есть такой промежуточный возраст, натуральный, такой женской, но уже взрослой, элегантной красоты. Вот в принципе это такой ходовой возраст и ходовая внешность, потому что здесь вопрос даже не возраста. То есть девушке может быть, в принципе, около 30, но она будет выглядеть на 22.
И это один момент. И как у нас это часто бывает, девчонки сейчас в Украине, допустим, на 20 лет, которым есть, они выглядят гораздо старше за счет их внешности, наших каких-то стандартов в плане брови, ресницы, губы и все остальные моменты. Поэтому вот в Украине абсолютно все наоборот. Также в Украине в зависимости от проектов, то есть бывает много проектов, где рост модели не важен. Особенно если это видео какие-то ролики идут, очень часто видеооператор просит, вот можно ли девушек, которых любит камера. Вот. Так, то есть такие фото генічні, именно так, больше даже не фотогеничные, именно их видеокамера. Харизма. Они настолько харизматичные, у них как бы каждая клеточка их грає, пронизана игрой. Зріст в неї, можливо, не буде 1.75 там 76, так, буде трошки нижче, але вони можуть бути запитаними. Як тоді бути, якщо наші жінки вважаються одними з найгарніших у світі, а тут виходить, що якийсь, можливо, там ринок, який європейський, так, він не візьме таку дівчину. Вона от за якимись критеріями вона може не підійти. Да, ви правильно ответили. Нужно немножко розділити поняття красивая девушка і модель. Это разные поняття. Да, так сложилось, что наша нация, у нас безумные красавицы, и девушки у нас с рождения считают, вот раз я родилась, я девочка, я ухоженная, я модель. Особенно в нашу эру Инстаграма, да, когда очень много блогеров, либо же девчонки раскручивают страницы, работают с брендами, но нужно немножко разграничивать красивая девушка и модельная девушка. К сожалению, модельная девушка – это не всегда красивая девушка. Так, то есть она должна быть… Доброе, что вы просто сказали. Вот, то есть есть момент трендовости, да, когда она под тренд какой-то подходит. Есть момент универсальности все-таки, когда это универсальная модель, и она может работать на всех маркетах, но не всегда, вот, но она может быть не модельная девочка. Она может быть красивая, да, класс, для жизни, вот для мальчика, самая замечательная жена, невеста, там конкурс в институте выиграть, но она не модель. То есть конкурс красы и модельная карьера – это совсем разные вещи. Это абсолютно разные направления. Вот, допустим, следующий пример. Да? Если мы берем вот Украину, у нас очень развито такое направление, как модельная школа. Изначально ее не совсем корректно у нас воспринимают. Возможно, это зависит от агентств, потому что раньше, допустим, было распространено, я знаю множество ситуаций, когда агентства, ну, условно обещают золотые горы, да, то есть вы к нам придите, и вы станете там звездой, будете подиумы покорять и так далее. Это невозможно. То есть в нашей стране модельная школа – это такой своеобразный кружок саморазвития для девочек. Угу. Аналогичный английскому, танцам, вокалу, калу и развиток так далее. Особистости, да, так? Конечно, это в первую очередь развитие личности. Большинство девушек приходят за тем, чтобы стать уверенной, научиться ходить на каблуках, научиться позировать. И тримати осанку, можливо. Да, и самое важное, вот что от них звучит, попробовать себя. Вот. Это очень важный момент, попробовать. Поэтому модельная школа – это исключительно такое направление. То есть оно никогда никому не может гарантировать какой-то карьеры, какого-то продвижения, будущего и так далее. Это абсолютно на другое направление, человеку дать навыки, да, окунуть его в эту среду, показать, как нужно и как вообще это все происходит. Так, а як же тоді, так, от бачите, тут у нас питань дуже багато виникає. От я коли вас чую, мені хочеться зрозуміти взагалі, як же тоді бути в Україні, якщо в модельних школах такого прям розвитку моделі, як бізнес-проекту для неї, може і не статися з нею такого, так? А вона вже вкладає, вона в неї вже надії є, вона вже думає, що ну все, я тут зараз поїду показувати себе, а тут не виходить цього. Прежде всего, то есть в рамках, ну, должно быть так, по крайней мере, любой модельной школы девочек обучают, как это все происходит, как устроено, какие параметры для этого должны быть, какие материалы у нее должны быть, то есть полностью дают все навыки. Аналогично, как человек идет в архитектурный, допустим, институт, да, поступает, его учат, но не факт, что он будет потом с этим работать, но он должен знать, как это устроено и понимать, да, что необходимо. И когда у них уже есть эта база знаний, они понимают, мне нужно подхудеть, или мне нужно зубки отбелить, а вот такие-то маркеты есть, да, рынки, на таких-то условиях они работают, и девочка уже сама объективно должна понимать, какие усилия ей нужно для этого приложить. Тобто вона сама ли ее родители? Шукая себе, можно сказать, она сама? Нет, она не сама себя ищет, она через агентство, то есть это идет второе направление, когда модельное агентство работает как материнское агентство, то есть модель заключает контракт с агентством, которое в ней заинтересовано. То есть это может быть агентство, где она модельную школу
школу заканчивал. Это может быть абсолютно другое агентство в Украине, в других странах, не имеет значения местоположения. То есть это представительское агентство, которое заинтересовано в модели и сможет ее дальше развивать и продвигать на зарубежный рынок, чтобы это уже было карьерой, а не просто хобби. Вот, в принципе, у нас в Украине это можно называть хобби, да, принимать участие в фотосессиях, бывает оплачиваемые, бывает неоплачиваемые, вот пробовать себя, да, как все получается, подходит она заказчикам, нет. А вот если мы берем зарубежный маркет, это уже профессионально идет работа, потому что там ежедневно у девушек 8, 10, 12 кастингов каждый день, то есть изначально их работа, это просто Красивые ездить по кастингам, девчата. Конечно. Когда они берут эти кастинги, они уже работают, то есть есть девочки, которые их там по 2, по 3 работы в день, они по 10-12 часов снимаются в каталогах, и так каждый день, то есть вот там это уже работает. Я думаю, что каждая девчина мріє про такую карьеру, особенно Вы знаете, еще... нет, на самом деле есть очень много девушек, которые, они модельной внешности, они могут себя замечательно пробовать. Конечно же, каждой девушке нужно стараться. То есть всем кажется, что это очень просто, да что они там делают, эти модели, на самом деле это огромный труд. И многое мы сталкиваемся с тем, что либо девочка не готова уделять столько времени этому направлению, потому что оно требует времени, ничего не бывает просто так. И аналогично родителям. То есть бывает, девочка готова, но родители не готовы отпускать ее в другую страну, уделять определенное время этим поездкам, чем-то жертвовать, да, находить какие-то балансы в жизни, потому что у нас жизнь сейчас, как ни крутите, очень активная. Все занимаются всем и сразу. Поэтому очень много таких ситуаций. Когда... Насправді, так, не готовы. Є от той момент, коли дівчина, можливо, і хотіла би так, але відпустити за кордон, ну, я собі розумію тих батьків, так, відпустити за кордон, куди відпустити, як, на яких умовах, чи той контракт буде дійсним, чи там не буде підвоху якогось. Тобто, насправді, питань у батьків може бути Конечно, багато. Це абсолютно нормально, це хорошо, коли у них є питання, плохо, коли питань немає. І тому батьки завжди йдуть в агентство, спілкуються з агентством, знають всі деталі. Зараз ера інтернету, замечательно. Эра, вот честно, потому что как бы в ранние еще времена, да, когда я в свое время работала, вот, в принципе, все мои знакомые работали, у нас не было такого доступа, у кого что спросить. Сейчас у всех Инстаграм, у всех есть сайты, все можно посмотреть, прямые эфиры, сторисы, то есть все открыто, кто чем занимается. Это абсолютно не есть проблема, и узнать какую-то информацию, быть с человеком на связи, да, 24/7. Потрясающее сейчас время, и девчонки, вот опять-таки, да, когда они хотят попасть в эту сферу, вот очень много девушек нам также в Инстаграм пишет о том, что вот я хочу быть моделью, могу ли я себя попробовать, там, в фотосессиях, я хочу быть только фотомоделью, например, да. Вот честно, всем хочется сразу ответить, погуглите хоть немножко, что такое модель. С чем вы потом будете зиштовываться? Да, что это такое? На Ютубе сейчас вот так вот уйма роликов, очень много статей. То есть давным-давно уже нет такого разделения фотомодель или подиумная модель. Модель есть модель. Модель, она универсальная, она работает везде. Конечно же, в зависимости от ее роста, типажа и параметров, у нее просто какой-то работы больше будет, какой-то меньше. Но нет такого разделения, что вот у меня красивое лицо, я буду тільки фотомоделью. Скажіть тепер, будь ласка, а от до чого повинна бути готова дівчина, яка збирається створити собі і взагалі працювати в сфері бізнесу от такого, модельного? Перше, це самодисципліна. Самодисципліна, самоконтроль, очень большое трудолюбие, усердие, потому что это самое основное, что девочкам нужно. Они находятся вдали от дома, далеко от родителей, да. Когда это у них первая поездка идет, им морально, прежде всего, сложно, да, что папа не может, мама порешать каждый их вопрос. То есть все же привыкли дома, да, можно расслабиться. Нужно там сама. Сама проспала, сама штраф какой-то получила, сама там с девочками какие-то конфликты да, случились и так далее. Как бы это вам конфликтов мало, но тем не менее бывает. И вот таких ситуаций именно жизненных, да, то есть не каких-то профессиональных, профессиональных в том числе, когда нужно, не знаю, в 5 утра встать на съемку ехать, 10 часов там отработать, весь день на каблуках, со всеми улыбаться, английский, переживаешь, да, что-то не понимаешь на нем, дай бог там не поссориться с заказчиком или с визажистом, что-то от тебя хотят, устала, приехала, дальше на кастинг нужно ехать. То есть это огромный ритм в жизни, он очень
быстрый, очень насыщенный, в котором нужно всегда держаться при настроении, при улыбке, при харизме, при этом еще прокачивать, скажем так, свой английский. Чем сильнее его уровень, тем, естественно, лучше и проще девочке будет работать. При этом работать над собой, потому что, скажем так, приехать, да, в какую-то страну, в принимающее агентство, это только полдела. Конечно, не каждую девочку берут, но вот те, кого берут, это уже 50% только дело. Следующий момент – это начать работать моделью. Вот это уже главная загвоздка. Большинство девочек считает, что вот я приехала, я модель, все супер. Можно сидеть, ничего не делать. А так не работает, потому что дальше получается картина, когда одна девчонка работает каждый день, а вторая раз в месяц. То есть агентство, когда приглашает девушек, оно приглашает не на конкретную работу, оно приглашает, исходя из их внешности, да, подразумевая, что она, в принципе, подходит под этот конкретный маркет, и она может здесь работать теоретически. Дальше все зависит от модели, от того, как она себя преподносит, насколько она отточила свои модельные навыки, позирование, дефиле, как работает ее харизма, какой у нее уровень английского. И это ей все там нужно нарабатывать. Ну, активно она конечно, конечно. Для них очень важно, максимально важно вот человеческое персоналити, вот как она приходит, как она со всеми общается, насколько она солнечная, открытая, энергичная. То есть если она в свободное время лежит, условно, фильмы дома смотрит, да, ничего не получится. Если она становится у зеркала, постоянно позирует, дефилирует, просит там девочек что-то помочь, каким-то материалом обучается, агентство также всегда способствует этому, помогает. То есть ей нужно работать постоянно. Вот тогда буде результат. Ось так, ми сьогодні конечно говорили, бачите, про той тяжкий шлях, який треба проходити кожній моделі. І будемо сподіватися, що в Україні все ж не так буде все на рівні хобі, а хочеться, щоб все ж на професійному рівні дівчата могли себе показати. Ну і не тільки дівчата, і хлопці, зараз теж багато бажаючих ж виходити, можливо, в цю сферу, працювати. Ну і, звичайно, мабуть, це багато чого залежить від самої людини, як вона себе показує, що вона може з себе показати і взагалі, як вона може працювати над собою. Я вам дуже дякую за таку інформацію, стільки всього дізналися сьогодні. І мені здається, що ми побачили з іншого боку трошки модельне життя, бо ці рожеві окуляри нам довелося трошки зняти. Да, так же можна ще вставити один момент. Очень от моделі буває такий момент специфічний. А работаєте ли ви от з цим агентством? Да? Или з цим маркетом? А з якими агентствами вы работаете? То есть очень большое заблуждение моделей, когда они думают, что при выборе определенного своего материнского, да, представительского агентства они смогут куда-то там попасть. Но они не учитывают тот факт, что выбирают все-таки модель. То есть модель должна подходить под этот маркет. Неважно, ее любое агентство туда может отправить. Но если она не подходит, да, в какое бы агентство модель не пошла, ей скажут нет. Это тоже нужно учитывать. Но в то же время есть такая грань, когда на каждую модель найдется свое агентство. То есть, если отказало одно, второе, третье, значит, десятое согласится. А через год всем агентства могут бегать за этой моделью. Ну, так бывает, можно себя пробовать. Треба, звичайно, використовувати всі свої можливості. Аня, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Багато чого ми сьогодні дізналися. Ну і взагалі хочеться, щоб цей понеділок, він був легким для нас усіх, так? Але ж над тим, щоб він був легким, треба теж працювати. Звісно. Тож зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.